что-то за дверью. Смотрю на тебя, командир. Вроде ты. А вроде не ты. Ну и что? Я? Вспомним 19-й год и тихую среди сибирских снегов станцию Рытва. Приехал я из Сибири повидать друга своего. Ты мне брось горбатого лепить. Вы только о нашем уговоре помните. Конечно, Николай Павлович, как договаривались. А остальное где? Числится как пропавшие. Узнай, офицеры, что за прырок в раскомской шинели ошивается. Николай Павлович, а вы сейчас репетируете чайку? Да, репетируем чайку. Все. Не было этого ничего, не было, забудь. А вот тебе видно происхождение. Играет, будь здоров. Ох, как играет! Какое происхождение?